Сразу две торговые точки в Самаре лишились продукции с градусом. Сотрудники областного МВД совместно с народным контролем проверили магазины на заводском шоссе. Как установили полицейские, предпринимательской деятельностью директор занимался без государственной регистрации. Теперь ему грозит штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Всю алкогольную продукцию изъяли. Дороже обошлась проверка владельцу бара на проспекте Кирова. У предпринимателя документы нашлись, зато на товар с градусом не оказалось ни лицензии, ни сопроводительной документов. 12 литров спиртного на сумму 7 тысяч рублей сотрудники областного МВД изъяли. За совершение указанных правонарушений в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.1, а также частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За совершение указанных правонарушений виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции.